На учете в Тамбове находится свыше 1500 ранее судимых граждан. За 2 дня проведения профилактического мероприятия полиция проверила свыше 1600 граждан и пресекла более 80 административных нарушений. Участковые уполномоченные периодически беседуют со своими подопечными, узнают, как у них дела и чем они занимаются. Такая работа ведется постоянно, чтобы удержать ранее допустивших нарушение закона от повторных преступлений. По решению суда им назначены административные ограничения и запреты, за исполнением которых мы ежедневно осуществляем контроль. Кроме профилактических мероприятий, мы проводим анализ состояния рецидивной преступности на обслуживаемых территориях. Определяем причины и условия роста численности преступных проявлений со стороны ранее судимых лиц, а также вновь совершивших уголовно наказуемые деяния. Бывают ситуации, когда граждане выходят, и они, так скажем, потерянные, и они не знают, куда им обращаться и так далее. Вот как раз тогда мы совместно с сотрудниками УВД мы подключаемся и выстраиваем алгоритм по работе с данной категорией граждан. Центр соцобслуживания населения «Забота» помогает социализировать бывших заключенных, применяя для этого различные методики. Им оказывают поддержку в трудоустройстве, оформлении инвалидности, а также в получении материальной помощи, если это нужно.